Всем привет, с вами Нинель. Хочу показать сегодня наш дом внутри. Вот показываю с этого ракурса снаружи. Пройдемте дальше. Это у нас дорожка к подъезду, к двери. Я видела, сейчас тоже в России продаются вот эти лампы на солнечных батареях. А для меня год назад, это полтора года назад, открытие было. Даже не знала, что такое бывает. Это front door. Это я тут сегодня пыталась освежить место. Это вот такое приспособление для шланга. Он вытягивается, потом он так закручивается на катушку. Не надо вручную складывать. Здесь мы иногда сидим, пьем с Джейчиком утренний кофе. Пройдемте в дом. Милости просим. Заходим в дом с добром, со светлыми мыслями. Милости просим, гости дорогие. Вот хочу показать. Мы уже прибили штучку вот эту. Это как кафельная плиточка, что нужно снимать обувь. Тут такая тумбочка с а-ля антикварными часами. Это табуреточка такая и подставочка в то же время, как лесенка с ступенечками, если наверх куда-то надо лезть. И обуваться здесь же, вот обувается. Я-то обуваюсь и разуваюсь, не присаживаюсь, а он присаживается. Бережет свой животик, чтоб, не дай бог, не пропал. Это вот гейт, такое заграждение от собак, но в основном от Кейлы. Потому что она очень сильно линяет. Линяет она круглый год. Нет у нее остановки в линьке. И у нее как бы... Ей предоставлено другое помещение. Но все равно она иногда... Вот я забуду закрыть, и она заходит. Ну, я не ругаюсь. Пусть уже. Что ж уже собачку лишить? Она же тоже хозяйка в этом доме. Это вот... место, мебель, которую я как-то показывала, Джей собирал, собрал, умничка такой, сам себе удивился. Телевизор мы хотим этот наверх отправить, вот TV-room, а сюда побольше купить. Вот, это Джейчик был на Russian River и в антикварном магазине купил вот такие подсвечники. Многие, наверное, девчонки, мальчишки имеют и имели в России такие. Помните, одно время прям столько вас всяких было индийских. У меня у родителей тоже есть. А это мне мамулечка подарила. Именно мамулечка. Папулечка мне деньги подарил. Вообще, они меня не балуют деньгами. Это просто вот... Мама сказала, дай дочи денег. Хоть раз в году. А так как бы... Я всегда сама выходила из положения, никогда в долг не брала деньги, потому что не люблю. В чем-то себе отказывала, если нужно было сэкономить. Так что я дочь хорошая. Моим родителям повезло со мной, и мне с ними. Хотя мне мама другой раз, попроси у папы денег. Я не могу вот это, что я должна просить? Я лучше вон там шмотку лишнюю не куплю, ну что буду просить? Даже если какие-то вот там глобальные, у меня запас есть. Прикосновенный, неприкосновенный. Пошла в банк и сняла, если надо потратиться. Уж совсем там что-то такое. Так, что-то затянула. Про то, какая я хорошая дочь. Ну, вот эту мебель тоже вы уже видели. Вот в таких тонах я выбрала мебель. Хотя хотелось бы и поярче, но что-то вот не знаю. Мне вообще хотелось, знаете, вот прямо такой яркий, розами, вот как вот тоже а-ля олдстайл американский. Вот.
не нашла такого и думаю, слава богу, вот это же раздражало, может быть, глаз. А этот такой, да? И пастельные тона, как некоторые говорят, пастельные тона. Ну, здесь вот так лежать можно. Это троечка, двоечка. А не разбирается для того, чтобы спать. Кресло, видите, так вот веселенькое. И оно крутится. Его не нужно подвигать к телевизору, к столику. Столик и тумбочки – это комплект. Вот это мои тюльпанчики. Я рассказывала, это искусственные тюльпаны, но они настолько качественные. Ой, не качественные, а как сказать? Ну и качество у них такое, они как прорезиненные. Вот сразу не поймешь, я их когда увидела, меня вот это еще вода смутила. Я вообще думаю, блин, что настоящие, что ли, в промышленном обычном магазине стоят себе там. Ой, где я покупала? TJ Maxx. На ощупь опять не пойму. Но Жей спросил, он говорит, нет, искусственные. И вот мы один раз уезжали в отпуск, и я тоже рассказывала в своих видео, что у нас раньше, когда мы в гараж жили, девочка, которая в ветеринарной клинике работала, она, значит, за тоже 80 или 60 долларов, не помню уже, сколько Джей платил, как бы за ночь, но она сутками была там. Ну, у них же по ночам как-то считается. Вот он ей платил, она, значит, ночевала с собаками, выгуливала их, кормила, уезжала на работу, потом приезжала. А если это на выходные выпадало, так вообще замечательно. Вот. И она такая полила цветочки. Я по пятницам поливаю свои цветочки. Мы приезжаем, я сначала не врубилась, думаю, а что белая прямо, белая вот эта вода. А воды-то вот так вот было налито, полвазы. Короче, она налила туда воды, полила эти, даже она не поняла. Я говорю, ну нифига себе, американцы вы вообще или нет? Ой, вообще мрак. Ну, я так расстроилась, эту воду слила, думала, так и останется. Нет, видите, высохло и все. И все как прежде. Вот этот подсвечник тоже. Посмотрите, как он гармоничен с подушечками и с креслом, да? Прямо вот эти лепесточки перекликаются. Так, это там у нас пикчи. Вазы мы тоже... Ой, вазы. Светильники покупали в одном стиле. Я хотела разные, но Джейка предложил в одном. Ну, так неплохо получилось. И в таком же стиле торшер. Ну, и здесь вот у нас как бы акцент. Акцент мы сделали здесь. Такая тумба-комод, не знаю, что там. Вот это злато-серебро. Так, если вот это... Кто будет брать нашу хату, чтобы не метались по дому. Вот тут вот все серебро, мельхиор, вот тут вот лежит в верхнем ящичке. Так, это картинки. Нижняя японская, верхняя, кажется, китайская. А может тоже... Не, две японские. А может китайская. Не буду врать. Вот это японская точно снизу. Это вот светильник. Это Китай, кажется. Не кажется, а точно, наверное, Китай. Наверное, точно. Это тоже. Ну, вот такая комнатка. Люстры здесь нет, я уже показывала, потолки как-то вот для меня так низковаты. Это кондишн и вентиляция. Ой, и это кондишн, ну, холодный и подогрев отопления. Диваны мне очень нравятся, что они обиты, спинка обита. Ну, в принципе, у меня в Балтийске так вот, я давно покупала, когда польскую мебель, тоже у меня диваны были обиты. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, опять мы прорвались. Кейла! Кейла! Девочка моя, смотри. Смотри, вот на тебя люди смотрят, Кейла. Да, скажут, какая она, эта американская собака. Глянь, как ты вписываешься в мебель-то, Кейла. Может, какая-то в одном колоре. Ой... Подтянулся еще один. Я вчера дом специально убрала. И думаю, пока по-чистенькому вам покажу. Хотя у нас грязненько не бывает, а бывает просто. Вот я же вот это могу поразбрасывать вещи. А Джей еще хуже разбрасывает. Так, ну здесь практически всегда порядок. Здесь у нас так культурненько, цивильненько. Зашел, телек посмотрел. Кофейку, чайку попил, пообщался. Здесь еще, значит, один гейт. Вот смотрите, как бы дверей нет.
Никак бы их нет. Вот эти вот слова-паразиты здесь тоже. Это называется dining room. Представляете? Вот тут вот закуток называется dining room. Три зеркала. Такой вот обеденный стол. Два кресла. Ну, вот видите, с подлокотниками. И шесть стульев. Два стула еще в других местах стоят. Стол еще разбирается, длиннее становится. Это вот люстерка хрустальная. Я выбирала там зеркало и хрусталь. Сначала я хотела, знаете, такую вот висячую. А потом вспомнила, что комнатка сама по себе это маленькая. Как вот это будет, знаете, такая громила висеть. А так все вписалось на такая очень оригинальненькая для этой комнатки размер то, что надо. Ну, картинки мы с Джеем вешали вместе. Я ему предлагала, он не отказывался, куда повесить. Вообще мы вместе. Все делали вместе. В основном Джей соглашался. Соглашался с тем, что я предлагала. Или я иногда соглашалась с тем, что он предлагал. Так, это вот, значит, можно отсюда пройти на кухню и family room. Но мы пойдем другим путем. Так, это вот входная дверь. И право по борту, отсек. Видите, дверь здесь. Значит, справа ванная Джея. Фиолетово-сиреневых тонах. Вот. Занавески мы оставили здесь и вот в гостевой bedroom. Потому что они как бы в хорошем состоянии. А сидушки меняли, конечно, после этих вот жильцов. Это тепловые лампы. И вентиляция. Так, что еще вам показать? Это Джейкины прибамбасы все. Вот. Кошечки. У него такая мебель здесь новенькая. Видите, так вот ящички тут катаются, выезжают. Это столешница. Хорошая, это я кремик итальянский купила Джеки. У него что-то, смотрю, прямо вот такая кожа сухая на ногах. Заставляю его мазать после душа. И, если забывает, сама мажу своего мальчика своего. Это он тут витаминки пьет. Так, опять же тут, значит, по правой стороне. О, вот это, девочки-мальчики. Слушайте, у кого вот такой old style в доме? Ой, у нас там полотенце и постельное, но мне так не нравится вот этот колхоз, вот это особенно вот эта резьба, это вообще резьба по дереву. Предложите, что сюда поставить? Я вот так поставила, не знаю. Я не знаю, что тут вообще, как это спилить нафиг. Так, а это, как Джей называет, мой офис такой. И всем семье говорит, у Нинель свой офис. Я говорю, Джей, ну что ты, ё-моё, какой офис? Так, комнатка. Ну, у них вот, видите, вот, у Джей тоже, кстати, офис. Там в гараже, у нас два гаража. Это была встроенная мебель. Вот. Люстерки. Это мне присылали. Я же передавала подарочки, когда мы с Джеем встречались и во Франции, и в Турции. Для всей семьи. Ну, янтарик, естественно. А мне потом передавали на наш Крисмас, о господи, на наше Рождество тоже, представляете, все подарочки вот это передали, кто что, кто какую салфеточку, талерочку, кто-то там сережки мне какие-то красивые, бижутерию передал. Это вот мое от кофейного сервиза, то, что осталось. У меня еще балтийские чашечки остались. И кофейничек такой маленький был клевый, блин. Полка муж прибил бывший на кухне в Балтийске.
еще на старой квартире до этой новой. Ну, относительно новой, ей уже тоже, наверное, лет 20 скоро будет. И она рухнула. Главное, только вот ребенок отошел, стоял под ней. Такие металлические были собирающиеся, помните, нет? И она так, представляете, накренилась, на одном гвозде осталась. Вот только мой сынок отошел, и все рухнуло. Вот была лапочка, ему тут 2 годика было. Это вот Будда я привезла из Гаваев. Это я ребенка поздравляла с днем рождения. Это я привезла этот раз у родителей, забрала у них тоже старая вещь. Калининград. Это такие символы стоят, или как назвать, стелла. При въезде в Калининград. Тут такие 3 булыжника, это янтарь. Это мне подарил брат Джелли. Штучку такой холюсенький. Это тоже мне кто-то подарил. Это моя свинюка я привезла. Так это я там с родителями. Слушайте, мама в норочке, дочь в песцах. Так, это у меня вентилятор, это штатив. Еще можно включить кондишн, но иногда вот не включаем, я вентилятор включаю. Это увлажнитель воздуха. Это мое рабочее место. Это стул тебе такой захотела. Он не барный, он больше... Господи, как для парикмахерской. Потому что барные стулья, у них еще такая как бы металлическая для ног подставка. Это пуф, забыла тоже, как он по-английски называется. Это ребеночку вещи собираешь. Говорила, что Саша очень хорошо устроился. Короче, он дружит с девочкой, а у нее подруга вышла замуж, у нее муж там молодой бизнесмен. И вот Сашу пригласила на подработку. Саша очень хорошо зарабатывал летом. И сейчас даже остался. Вот он на полставки, получается, учится и ходит работать. Он мне с собой дал баксы, потом выслал ссылки на сайты. Вот купили ему какие вещи нужно будет отправить. Ну, в общем, вот, так, вот такая моя комнатка. Тоже этот карпет. Здесь плитка. И здесь еще по левому борту спальня. С голыми жопами. Это тоже вы, может быть, в старых видео видели. Эту кровать. Это вот такой древний стул. Это так любит мой муж скидывать вещи несвежие. А это подарила... Ой, подарила. Ну да, я ж подарила, а купила. У нас в Балтийске делают открытки ручной работы женщина одна. И вот 250 рублей стоит. Я и маме делала. Вообще там такую клевую. Она кошечек любит с кошечкой. Дочке, внучке. Еще кому не делала. А и все, наверное. А, и отцу его. А может и нет. Ну, не буду уже врать. А это я Джейки. У меня много золота было, а я же его не люблю. Я Джейки переплавила, сделала браслетик, подарила. Вот сейчас ездила. И себе переплавила, сделала браслетик. Может, когда-нибудь и одену. И еще золото осталось. Еще у меня золото осталось, имейте в виду. И брюлики. Ну, маленькие, но брюлики. Это 2 зеркальца, они в комплекте были. Вот. И тут на бэк-ярд. Вот Джей офис там в гараже. С этой стороны такая дверь. С другой стороны сякая. В общем, 2 двери и одна большая. Вот это, чтобы открывалась и машина въезжала. Но уже давно ничего не въезжает. Так, это Джейкины вещи здесь. Насильные на каждый день. Это вот теплые. Это мама подарила. Подарила, отдала нам это одеяло. Стеганое такое пуховое. Ой, я его сушила еще в горах. Там столько моли было. Надо, кстати, еще посушить. Ну вот. Это значит здесь вот.
Это лестница на второй этаж. Медведь стоит, чтобы Кейла не прорвалась. Но иногда она его сбивает все равно. Здесь у нас, ну, а-ля кладовка. Это уже гардероб такой. Это вот мы приходим, разуваемся. Какие-то вещи для улицы. Пледы. Вот Пикчу тоже. Джей хотел в другое место повесить. А я говорю, посмотри, как хорошо вот так вот с лестницей. Лесенка с лесенкой. Зачем нам другое место? Вот эта комната называется Family Room. Но обычно в Америке Family Room без телевизора. У нас с телевизором. Сюда мы купили кожаный диван, потому что тут у нас валяется Кейла. И легче убрать ее шерсть с кожаного дивана, чем с матерчатого. Да, Кейлочка? Девочка лежит. Ему вестер. Кейла. Ой, вот это Микки вечно ревнует. Только начиная с Кейлы заигрывать, бежит. Сломя ноги. Так, это у нас были вот эти стеклянные. Мы же оставили, ну, как бы там продали за бесценок этим французам в горах, которые живут сейчас. Что-то все, что осталось. Там диван большой, длинный, такой длиннющий. Что там еще было? Какая-то мебель, еще стол со стульями, комод, еще какой-то там комод. За $200, что ли, Джейм продал. Девочки, уже не помню, что он там говорил, 200 или 300. Это камин, но нужен сюда экран. Вот, купим позже. Это Джей привез из Швейцарии. Это такое для коров. О, Джей очень много путешествовал. Он уже более 50 стран мира посетил. Впрочем, как вся их семья. Так что не все американцы не любят путешествовать по миру. Семья Джей, теперь моя семья очень любит путешествовать. Так, эти прибамбасы для камина. Это вина у нас вот такие. Что прислали посылками, что Джей купил, когда была в России. Он поехал тоже в Россию на Russian River с семьей. 21 человек их там было. Они снимают дом. Мама, Сочи мама обычно снимает здоровенный дом. И все там живут. Вот тоже купила как бы, да, на темный такой акцент. Вот яркие подушечки. Хотела сюда что-то повесить. Повесили сюда. Что-то мне, думаю, что вот это как-то картина здесь. Пусть здесь будет. Это мои цветочки. Так и пруд, как в фильме каком-то. Люстры здесь нет, поэтому у нас вот такой вот светильник. Это наш обеденный стол. Это все новенькое у нас. Все новенькое. Я все выбирала по интернету и по магазинам. Джей сказал, мне все равно. Ему нравится мой стиль. Поэтому я все взяла в свои руки, он только одобрял. Здесь обеденное место Минки и Кейлы. Это вот кухонка. Кухонка такая старенькая, конечно, мебляшка. Это барные стулья. Сейчас вот еще отойду. Издалека вам так покажу. Как оно издалека-то видно будет. Ну, вот так вот. Так вот. Вот так. Жарко, девочка моя. Жарко, девочки. Обычно мы сюда ей застилаем пледик. Просто сейчас по-красивому. Думаю, что гости придут. По-красивому надо, чтобы было. Вот, видите, такая столешница. Обычная. Вот эта плита. Здоровенная. Но вот эти конфорки, их чистить, это вообще. Если, не дай бог, вот это жаришь, там паришь. Что-нибудь вычищать. Вот не нравится мне она. Вот те шкафчики. Что тут еще? А, видите, еще по старинке эти доски выдвигаются. Но я ими не пользуюсь. Не свои доски, он еще одна. Это посудомоечная машина. Дверь в гараж. Это я вам в другой раз покажу. Холодильник.
Тоже вот со льдом и с водой. Наверное, у нас же тоже такие есть. Так. А, раковина. Раковину тоже с измельчителем. Это вот не оттирается. Не знаю, что это такое. Такая двойная раковина. Водичка льется, душик вытягивается на фланге. В горах мне больше нравилось. Там была она коричневая, это мойка. А грязюки не видно было. И вот это было тоже коричневого цвета смеситель. Это моющее для посуды. Может быть, кто-то знает. Вот оно пеной выходит. Я такой первый раз покупала в Финляндии. Ну, зелененькая бутылочка. А эту штучку я первый раз у Наташи Квик увидела. Даже давно еще задавала ей вопрос, где она купила. Сюда тоже наливаешь моющее и вот фигачишь щеточкой. Так, есть у нас две кофемашины. Шейкер, мейкер, тоже потом покажу. Все это стоит в шкафу, потому что пылится. Кофемашиной Джинни пользуется. Он сейчас перешел на этот, господи, растворимый кофе. Я против. Это же, говорят, не полезно. Неполезный кофе. Это вот я пью талую воду, девочки. Вот себе льда нафигачу. Тоже полезно. Не помню для чего, но очень полезно. Что еще? А, вот это окно тоже посоветуйте мне, пожалуйста. Я вот застелила, потому что там не плитка, а вообще какая-то досточка лежит. Поставила вот кувшин и вот эту такую мисочку, что это подносик, блюдо, тарелочка из Мексики. Вон сахарный тростник мой лежит, надо его пристроить. Так, и вот я не знаю, турку я привезла сейчас, тыквочку купила, хочу кашку сварить. Не знаю, посоветуйте, вот если у вас такие окна есть, что вы на них ставите? Вообще можете все убрать. Или что, я не знаю. Так оно мне не нравится. Оно еще, оно так открывается там, а когда дождь, оно еще и протекает. Ой, гляньте, опять вот эта резьба. Резьба по дереву опять. Очень удобно так вот стоишь, если готовишь иногда. Смотреть телевизор. Вот такой светильник тоже гармонирует вот с той люстеркой. Ну, вот это вход же в dining room. И вот это отсек, как это называется, у моряков. Кают-компании это у нас тут. Ну вот. Пойдемте на второй этаж. Вообще, вот я хочу сразу сказать, что у нас очень скромно. У нас, видите, скромная мебель, она хоть новая, но у нас скромненько. Люди побогаче живут. И опять же хочу сказать, что муж мой не богатый. Он не миллионер, не какой-то там богатей. Он обычный средний американец. У него обычный средний доход, что позволяет жить комфортно, путешествовать, покупать какие-то вещи, практически ни в чем себе не отказывать. Вот так. А зачем нам вот эти богатые? У них свои причуды. Хотя вот я же говорю, что для меня любой американец раньше был. И сейчас это миллионер. Это вот, наверное, из Африки, не помню откуда. А, из Кении, это что же, аж Африка. Вот эти бусики нам подарили. Мы только с Джеем вошли на Гавайях в магазин в прошлом году. Какой-то там магаз. И нам по бусам. Кому по тапкам, нам по бусам. Это вот такое окно большое. Люстерка. Здесь вот потолок высокий. Вот я люблю высокие потолки. Это тоже вот фото. Лежали у Джея в гараже, вот его гараж-офис в коробке. А я же насмотрелась американских фильмов. Я же помню, как у них вот так пикчи висят по лестнице. Говорю, давай вешать. Тяни гвозди и молоток. Это Джея бабушка. Вот они были очень состоятельны. У них были свои вот эти заводы-пароходы. У них были магазины мороженого и вот эти, как они там называются, гарден для бэк-ярда. Вот и цветы, и вот эти всякие вазоны, фонтаны продавали в Сан-Франциско. Так это бабушка с дедушкой в молодости.
Это мама ездит, Джея, со своими какими-то там двоюродными сестрами. Их две всего сестры, она и еще одна. Это Джейка с братиком, Джейка справа. Смотрите, как одеты дети. Дети, как современные. А это фотография мамочка Шерри, Шарлотта. Видите, как красивенькая. Лори у ней на ручках, младшая дочка. Это Ли, не женат, кстати. Кстати, не кстати, но про него не спрашивайте. Мне кажется... Мне кажется, у него есть другие какие-то увлечения. Это Джон. Мы у него были в доме на Гавайях, на его даче. Это мой Джейчик и Скат. И здесь мама Джея со своей мамой.